Во дворике средней школы номер 10 расположились машины спецавтотранспорта сотрудников ГАИ и работников районного отдела ПЧС. Представители этих служб собрались здесь не случайно, а для проведения комплексной акции, направленной на профилактику травмирования детей на дороге и в быту. Своеобразный урок безопасности на свежем воздухе прошел для учащихся начальных классов и ребят постарше. Всем хотелось примерить на себя бронежилет, порулить в машине и нарушить школьную тишину громким спецсигналом. Однако ребята не только перевоплощались в спасателей и госавтоинспекторов, но и на перегонке демонстрировали настоящим специалистам, как действовать в различных экстренных ситуациях. Кроме того, они получили уникальную возможность проверить, насколько дети готовы к чрезвычайным ситуациям и на что нужно обратить внимание. И если сегодня ребята придут домой и спросят у мамы и папы, а в порядке ли наш пожарный извещатель, это уже хорошо. В рамках мероприятия школьники смогли проверить свои знания в викторине и работе интерактивных площадок, узнать, чем занимаются работники ГАИ и МЧС, а также примерили обмундирование и проверили, как оснащен спецавтотранспорт.